Всем привет, друзья, с вами продолжаем проходить Outlast Whistleblower. В прошлой части нас залагало, нас выбило, мы дошли до двора какого-то там, ну ладно, продолжаем. Итак, вот где мы оказались, не очень мы так далеко оттуда, но я думаю, она сейчас залагает, поэтому я запись как бы, скорее всего, беру, сейчас, наверное, Run of Memory и так далее. Сейчас вот на этом месте. О, все, вроде уже все нормально. Я не знаю, лучше я, конечно, бежать не буду. Так, здесь есть батареечка какая-нибудь? Хотя какая батареечка? У меня 5 из 5. Черт, что я так туплю? 5 из 5 батареек. Боже. Так, третий эпизод, да, по идее? Да, третий. Главное, чтобы не лагало только сейчас очень уж сильно. А то я не очень хочу, чтобы меня лагало. Помогите, мне нужна помощь. Мне тебе все равно. Так, ладно, в эту сторону я не пойду, потому что там лагает. Откроем дверцу. Нет, не откроем. Ну ладно, пойдем. Итак, наша миссия. Выбраться. А может и не выбраться. Двери закрыты. Здесь. А, здесь электричеством бьет. Но я не хочу туда заходить. Там сейчас меня выбьет опять. А, может быть сюда? Стоп, куда мы там? Или нет, сюда. Скорее всего, сюда. Тут у нас... еще один проход. Хм. Он сейчас, кажется, выбьет из игры. Ой, я думаю, сейчас выбьет из игры. Пожалуйста, не надо. Не бери оперативки много, пожалуйста. Я не знаю, просто как настроить, чтобы дать ему больше оперативной памяти. Что здесь? Опять что-то с оперативкой. Ну ладно. Окей. Что я сделал? Я что-то отключил, по всей видимости. Ха, как может быть иначе? Так, короче, друзья, я решил проблему с оперативкой. Теперь у нас я поставил графику чуть похуже, ну высокую, не очень высокую. Этот чел исчез. Мне так кажется, он сейчас появится. Давайте откроем. Ой, не надо так. Ну, короче, ладно, я думаю, теперь выбивать точно не будет. Отвали, слышь. Я тебе тут не мешал, так что не надо там. Думаю, что это я. Ты медленный вообще. Ты очень медленный. Давай, куда-то идти надо. Нет, не сюда. Черт. Он прям за мной. Ну что за бред? Должен уже пройти куда-то. Конечно. Супер. Все, я забрался. Фу, надоел этот чел. Куда надо идти, я не знаю. Но я наугад. О, Билли. Сейчас тут такой призрак. Нет. Все довольно спокойно. Ну тогда вот здесь будет призрак. Хе, все тоже довольно спокойно. Ну ладно. Туда нужно идти. Так, короче, нам надо идти, допустим, вот сюда. Я, конечно, не уверен, но. О, вот это то же самое, что и в Outlast'е падал, в самом обычном Outlast'е падал. Ну, я думаю, это не помеха. Причем нас теперь лагать, по идее, не будет. Да, теперь оперативки хватит. А куда же-то лезть? Туда мы не залезем. Ага. Ну, я вообще профессионал. Мастер. Оу. Кстати, это я ожидал. Его, получается, скинули с этой штуки? Ну да, красавчики. Ты еще живой? Я уверен, ты будешь жить. С Богом. Итак, что у нас тут? Не, ну, в общем-то, не очень тяжелая игра. Если, конечно, не считать вечных головоломок, а так, не тяжелая, если честно. И даже почти не страшная. Вот сейчас, ну что, Билли появился, что здесь такого? Ну, труп упал, что здесь такого? Я, в принципе, его ожидал. Как бы, давно скримеров не было, и вот нужно было что-нибудь добавить. Или, допустим, вот сейчас где-то будет скример. Ну, не может быть, чтобы его не было вовсе. Где-то он здесь будет. Так, а куда мы вообще, собственно, идем? А там закрыто. Ну, короче. Задолбало это уже. Набивает постоянно. О, ты уверен, что допрыгнешь? О, чувак, ты сейчас, кажется, долбанешься.
О, так это слишком высоко. Не-не-не, чел, ты сможешь, нет? Оу. Оу. Ну ты вроде как не очень-то сильно упал. Но все равно тебя очень жаль. Ой, извини. Извини, извини. Ну я знаю, мы сможем с тобой выбраться. У нас все будет классно. Мы с тобой вообще высшие профессионалы, и мы с тобой все сможем сделать. Так, а куда? Не нужно никаких сестер, только некоторых. Так, ну это понятно, явно не здесь. Дверьку нам не открыть. Тогда куда? Вопрос. Вопрос такой вот к разработчикам. А, протиснуться. Так, я что-то слышу, клянусь. Ну да, это же я иду, точно. Ну куда мне дальше-то топать? А, во, все, чё. Так, вот сюда. Нет, стоп, стоп. Ну, зашли мы в тупик, получается. А, о божечки. Здесь полно лабиринтов. Давайте проползем. О чем ты говоришь? О том. Кстати, это голос женщины. Воу, вот власти. Есть женщина? Или может это чел такой разговаривает двумя голосами и... Че, я пройти-то не могу? Куда идти-то? Я, получается, прям к ним иду. Ну, здесь я прополз. Куда дальше? Проползти, да? Да, вообще здесь так все очень сложненько устроено. Бессмысленно дергать злую собаку за хвост. Да, точно. 100%. Я с тобой согласен. Ну и где вы? Не сюда. Куда? Может быть сюда пойти? Протиснуться. Чё? Какому жениху? Ты чё? Что это было? Весьма страшно. Очень страшно. Оу, Слендер. Нет, не Слендер. Обратно внутрь, чем сильнее я попытаюсь бежать, тем глубже вязну в этом месте. Мертвые больше меня не удивляют. Суицид кажется мне разумным. И тоже, мне уже не удивляют мертвые. Слендер не опасный вообще. Не сюда, тогда куда вообще здесь пройти? А, вот здесь. Touch. Оу, тише, что тише? Если они поймают нас, тут нас ему, человеку внизу. Да меня они не поймают, чувак. Я там бегать могу так, как профессионал. Чел, очень плохо, очень плохо. Боже, боже. Ты чё? Конечно, убьет. 100%. Я, между прочим, знаю баг, с помощью которого меня не убьют. Так что, если он еще не знает, он меня вряд ли сможет убить. Да и вообще, он нуб. Последний нуб. Куда здесь дальше идти-то? Вот сюда. Там протекает, конечно. Оправдывайся. Куда там дальше-то? Ну, поплачь, ну, конечно. Да, здесь заперто? Да, здесь заперто. Я не буду камеру использовать только... Вот сюда, блин. Чё я так туплю? Сюда, сюда. Что это за чертовщину? Что это за освещение такое корявое? Ну ладно. Здоров. Ага. Давай. Я тебя сейчас как обмотаю. Ух, обмотаю. Чик, он сюда пошел, значит я пойду. Сюда, потом вот так вот, потом сверну, потом закрою за ним двери. А, какой я злоумышленник, да? Куда здесь дальше? А, ну здесь понятно. Дальше нам нужно запрыгнуть сюда, смотрите в оба. А, конечно. А, друзья, я думаю, вы ждали это прохождение. Да я вообще сейчас весь Outlast переплюну. Так, куда мне дальше? Топать, не сюда. Значит, вниз. Батарейки мне не нужны. Да, мне не нужны батарейки. Здрасте, о боже. К
Как романтично. Так, человеческое тело изувечено и изогнуто, как в момент рождения. Человек не в состоянии видеть такие вещи, не изменившись, как, конечно, вы можете почитать. Вы мне сказали не читать, вот я и не читаю. Понятно. Открыть их невозможно. Кто там бегал? Стой! Человек не узнай-ка. Незнайка, не узнай-ка. Все равно, кто ты такой. Открываем дверь. О боже, ты мой. Дорогая, да, я дорогой. Дорывчик. Ладно, я убегаю от него. Мало ли, вдруг он очень здоровый человек. То есть, 100%. Ну, куда-то добежать. Ё-моё, он здесь. Откуда он узнал-то обо мне? Я не понял. Откуда? Куда прятаться? Двери не откроются? Здорово, не бей меня. А ты меня и не бьешь. Молодец, камера, смени батарейку. Я вообще бегу сейчас на ощупь, если честно. Куда от него-то бежать? Может, нужно назад побежать? Не знаю, ну посмотрим, короче. Там он так быстро бегает. Мне прям нравится. Так, ладно, отсюда, значит, закрываем двери. И, значит, идем вот сюда. Значит, закрываем двери. Так, дальше сюда. Дальше сюда. Нет, не сюда. А, эти двери, которые вроде как открываются, а вроде как не открываются. Он уже здесь. Ё-моё. Бежим от него. Он открыл двери. Ё-моё. Бежим. А может, и не открыл. Ладно, не важно. Куда здесь надо бежать? Куда? Двери нет, не эти двери. А, капслок. Куда бежать? Значит, мы прыгнем вот так. Значит, потом мы вот так возьмем. То я сейчас быстренько от него убегу, да и все. Где он меня заметил? Слышь, ты! Как ты меня нашел? А если так? Куда там дальше к нему-то бежать? О, есть! О, нет. Ну что тебе никогда не везет? Ну ты вообще красавчик. Ой, лагать начал. Зацепился за... О, как ты мог так упасть, Таруна, прям... О, бедный чел. Вайлан. Такой же, как и Майлз. Ты бы лучше умерла. Я и не девушка, ты чё, придурок? Ты не видишь? Вот я такой стою, Вайлан Парк, программист ваш. Тогда сдохни. Хорошо, возьму и сдохну. Ну, вообще-то, я планирую выбраться с этой лечебницы, я так думаю, я выберусь. Черт, нужно подниматься срочно. Че он не поднимается? О, так мы еще и кандыбаем. Оу. Так куда там идти-то? О, черт, он где-то рядом. Ну ладно. Ну я так не хочу бегать, если честно. Не хочу. Я буду как придурок. Я не буду так бегать. Я не хочу так бегать. Я не буду и не хочу. Давайте дальше-то бежать. Куда? Ага, вот шкафчик. Можно спрятаться? Нет, нельзя спрятаться. Супер. Хотя он, наверное, умный, он меня найдет. Так куда здесь? Бежать. От него не скроешься. Ну давай. О, черт, он здесь. Прячемся, короче. Все, больше я не вижу здесь выхода. Как взять и спрятаться. Хотя здесь даже спрятаться невозможно. Здесь вообще очень классно видно. О, он меня спалил, друзья. Щеточка, я спрятался. Деликатес, который можно сделать и снова разделать, а затем... Так, снимем. А, камеру нельзя брать? А, так по идее по сюжету должно случиться. Ну, раз он меня до сих пор еще не убил и... Такой типа... все, бездок. Что ты делаешь, Лимбер? Куда ты тащишь этот шкафчик? Что с тобой, чел? Я был слишком вульгарен. Я знаю, я хочу извиниться за это. Я просто не знаю, что становится с мужчиной, когда он хочет познакомиться с женщиной. Да я не женщина, ты придурок. Я мужик, вот видишь, у меня даже... не знаю, у меня даже...
Есть. Что? У меня есть то, что я хотел. А, не, стоп, тоже нужно. Ну тогда, да. Когда я говорю как... Ну, я не могу говорить как женщина. Я говорю как нормальный мужик. Точно. Ну как ты меня тащишь? Ну покажи там мне. О, мне нужна семья, если ты что, придурок, что ли? Мне надо лечиться. Да, конечно, но я не подхожу, потому что я мужик, а не женщина. Ты понимаешь вообще это или нет? Баран. Он дальше думает, что я женщина. О-о-о. Куда ты тащишь меня, чел? Ну хорошо, я подожду. Что это здесь такое творится? Камеру можно взять? Камеру нельзя взять. Такое ощущение, что он ее со страха не хочет брать. Или вообще... Что ты делаешь? Какой газ? Не-не-не-не, слышь. Не надо. Я еще тебя отомщу. Не волнуйся, Вэлен Парк всегда помнит, кто его бьет, а кто его не бьет. Спустя 12 часов. Оу, там кажется, Вэлен 12 часов спал, получается. Полдня спал, а, Вэлен. Так, какой-то чел. Я так понимаю, это женщина еще одна, да? И что-то холодно мне стало. Не знаю почему. Ну... Что он там режет? Дорогая, нужно, чтобы вы меньше кого точили. Я понимаю, что представители с тобой очень обычно сильнее страдают одинаково там, но тебе действительно нужно терпеть. Слушай, успокойся, псих. Успокойся. Успокойся. Да хватит ты, ну ты его уже убил и так, наверное. Не, не убил еще. Там еще один, кстати, есть. Я так думаю, я буду последним. Нет, прости, дорогая, любовь не для всех. А, ты типа это взял, хотел пройти ее женщину, а в итоге ты ее убил. Ну да, бывает иногда, бывает такой вот, такие случаи бывают, к сожалению. Не, Вейлон, не засыпай, нет, тут такой вот и эпик начинается. Вейлон, Вейлон, не надо, ты слышишь меня, Вейлон? Скажи, что ты слышишь меня, если ты слышишь меня, тогда ты слышишь меня. Теперь не двигайся, дорогая. Все эти неприглядные волосы. Ой, какие шелковистые. Снова как маленькая девочка. Теперь более удощенные черты. Слушай, вообще-то я за вами наблюдаю. Но если ты хочешь, то тебе довольно нереалистично. Хотя реалистично, но довольно нереалистично сделано. Не знаю, что я сказал, но в общем, как-то не очень правдоподобно он это делает, но все равно. Что-то жутко. Ты сдалась, уродина, ты отказался о любви. Ты даже не достойна того, чтобы тебя защитили. Лежи и подыхай. Крови. О, это не, это слишком жестоко. О. Ну слышь, давай я тебя так сам перепиляю. Ты мне тоже там будешь на станке лежать. И я тебя потом так буду пилять. Оу. Чё за бредятина? Вот это кажется я на его месте. Не-не-не-не-не. Я не хочу, я сильный. Я классный. О, так я еще и голый. У тебя удивительная структура костей. Такая мягкая кожа, ты будешь красивой. Да никакой, я мужик, ты понимаешь? Ты идиот, ты баран. Ну. Давай, Вейлон, покажи свою силу как мужик. Ну что ты такой слабый? Женщина должна выставлять некоторые вещи. Это неприятно, я знаю. Но просто попробуй, вытерпи. Ради меня, ради наших людей. Ты что, придурок, что ли? Вот, вот доказательства. Ну ты что, не видишь? Пора. Так, вульгарность, мягкая местечко для моего семьи, растет семьи. Ты чё, придурок? Ты придурок? Что ты делаешь? Успокойся, не надо. У меня рез будет немножко болеть, из-за чего эти роды никогда не бывают легкие. Ты чё, придурок? Ты меня сейчас разрежешь вообще-то. Я разрежу быстро. Я так не понял. Я не готов, можно я еще сейчас это, ну, чуть-чуть там вот, все, красава, давай, Вейлон. Ох, ты прям сломал эту штуку. Давай, Вейлон, выбирайся. Кто это, кстати? А, это тот чел. Это тот чел, который нас преследовал, который что? Когда мы, да, бери вещи. Это, конечно, не твои, наверное, вещи, но все равно, пусть что-нибудь, да, все, красава. Итак, 0 из 5 батареек! У меня было 5! У меня было 5 из 5! Как? Как? Что мне теперь делать? 5 из 5 батареек было! Ты что делаешь? О нет!
Как я ведь вовремя попался. Как я вовремя. Ну и как теперь мне от него умотать? Надо думать. Он идет с этой стороны, да? Он прямо здесь стоит. Ну чё, ну как мне сквозь него-то пройти? Туда нужно, чтобы он выбежал. Давай. Давай, какой стороны ты пойдешь, вот придурок. Ну, ну давай, я тебя сейчас обману легко, да и все. Все, побежали. Там баран вообще, ну что-то запутался или что? Что-то с интеллектом случилось у него. А нет, он бежит. Он бежит. Тогда у меня меньше шансов будет. Он-то быстро за мной бегает, а вот я. Закрываем. О, бежим, 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 бежим. А, черт. Стоп, вот. Все. Нашел. Он с первого удара убивает. Слышь ты, с первого удара еще никто никогда меня не убивал, кроме Криса. Ну, это в смысле на самой-самой сложности. Ну, ты теперь я точно понял, куда нужно бежать. Все, сейчас мы сэкономим время. Да, сюда, сюда. Ну, 0 из 5 батареек, это просто нереал. Я не хочу быть с 0 батареек. Ну, давай, иди сюда. Давай, вот я, вот я, вот я. Видишь меня, да? Беги давай. Так, и побежали. Пока он обойдет. Может, еще задумается. Не-не-не, он довольно быстро идет. Вот черт, вот черт. Почему ты тебе не вовремя с ногой-то случилось? Он прям так рядом. Он рядом. Закрываем дверь. Все, бежим. А, бежим. Бежим. Вот так. Теперь опять бежим. И опять закрываем. Так, тут вообще не напряженка, конечно. Я не могу бегать вот так. Это тупо. Это глупо и тупо. Я не хочу так бегать. Он еще сзади меня где-то сейчас. Есть, 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 прыгай. Нет, не прыгай. Ой. Зачем ты это сделал? Вы все хотите бросить меня, да? Хочешь бросить меня? Ну ладно, иди. И все остальные неблагодарны. Давай. Фу, ну это реально больно. Так, мне нужна батарейка. Здесь есть батарейки? Ну, одна должна быть. Ну, хотя бы, ну, просто. Ну, давай, берите этот документик. Ой. Если я... А, это заметки. Ладно, тогда Джей. Так, так, читайте. Батареек. Миллион батареек. Я уверен, их будет миллион. Их, может, даже больше, чем миллион. Так, кстати, где это мы? Мы в тюряге? Нет, мы не в тюряге. Так, эта дверь открывается ключом. Супер. Найдите ключ для доступа к мужскому отделению. О, мужской. О, батарейка. Батарейка. Да. Ну, хоть одна батарейка, но это уже ж хорошо, да? Ведь это вы понимаете? Ведь это просто супер. Сейчас он опять, наверное, где-то появится, этот чел. Я не исключаю такой возможности. Я очень... Так, я тут точно, вот 100% где-то появится. Кстати, вот наша вентиляционная шахта, да. Здравствуйте. Вам я не мешаю. Ой. О, сколько здесь всего добра. Он даже записал что-нибудь. Так, это не то. Документ нам нужно. Вот, да-да-да-да, конечно, читайте. Я пошел дальше. Мне нужно камеру использовать только для подсветки. Вот черт. Откуда он взялся вообще? Задолбал. Откуда он взялся-то? Черт. Здесь уже надо отодвигать. Ладно, я думаю, на одной батареечке немножко потянем. А черт, куда здесь идти-то? Нет. Куда-то. А, вот. Фу. Боже. Здесь батарейка. Ну, хоть единственное, что радует, это батарейка. Ну, куда нам идти? Отлично. А, вот. Все, 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 отлично. Теперь нам нужно... Оу, здорово. Ладно, я не буду останавливаться, мало ли вдруг будет сейчас со мной бежать. О, ключ. Не смей. Не смей.
Я тебя легко обманул, да, я знаю. Ты теперь ко мне не доберешься, разве что с той стороны, но... Ты снова ко мне не доберешься, я так думаю. Он здесь, йоу! Нет, ты не поймаешь меня, не поймаешь. Хотя ты почему-то очень медленно бегаешь. Ладно, я не обращаю тебе внимания. Так, где там? Давай! Есть! Смогли. Да. Фу, смогли. Ну он еще опять меня преследует, что ли, будет? Не, я не хочу. Так, перепрыгнуть. Да, все нормально. Теперь нам надо пойти сюда. Да, доступ к мужскому делению. Да. Э, ты чё? Оу, и залагало сразу. Ничего себе. Не надо. Как ты дверь открыл? Я не буду висеть, ты чё? Так давай, Вейланд, боремся с ним, бьем его. Не, Вейланд вообще что-то придурок, он бездействует. Не надо бездействовать. Как это приятно. Очень приятно. Супер... Блин, даже камера... А, ну понятно, что камеру взять нельзя, я завязанный, типа. Нет, ты не задушишь меня. О, начал проваливаться. Нет. Ты не задержишь меня. Давай, мышкой. Есть. И он вместо нас получается, или что? Чем мы тоже висим. А, так вам. И мы могли бы быть красивыми. Да слышь, отвали. Вэлланди его ударил. Не, ну даже не ударь. Даже бить не надо. Ой, давай. Что там? Фух, бери камеру. Я сейчас сниму его. И уйду. Так, слышь, ну давай, касцена, заканчивайся. Так, вот этот чел. И как его там зовут? А, Джей, это документы, да? Ты что начал лагать-то? Оу. Нет, заметки нам нужны. Вдовец. Он мертв. Врач-любитель, будущий отец, муж, его кишки порваны на кусочки и вытащены из его живота. Я стараюсь не смеяться. О боже, Лиза, я клянусь, что я стараюсь. Ладно, на этом мы закончим нашу четвертую или третью серию, точно уже не помню. Ну, начал снимать, просто ночью снимаю. Ладно, все. Всем пока. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, а также, делитесь с друзьями. Все. Всем пока, с вами был Дэмси.